Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Лурлемур, и добро пожаловать в No Man's Sky, точнее, второй выпуск. Да, я все-таки решил продолжить это дело. Ой, не туда пошел. И в прошлой серии мы высадились на некой планете, в принципе, мы улетели с планеты, это все хорошо, но этого на самом деле недостаточно. Дело в том, что тут надо будет выполнять дальше миссии, и мы сейчас увидим, какие, собственно говоря, надо будет выполнять миссии. Тут у нас написано «Добудьте медь». Нам нужна медь, но прежде чем мы будем добывать медь, нам... О, да, я забыл про визор. Так, нам нужна кое-какая штука. Это натрий, потому что, во-первых, система жизнеобеспечения нуждается в кислороде, а система защиты от вредных факторов, как там написано. Странно, почему я не могу подзарядить-то? Наверное, потому что у меня тупо нету натрия. Да, давайте искать натрий и добывать. Так, здесь анализ. Давайте сделаем анализ. Судя по всему, здесь ферритная пыль. Так, ну, юниты нам по-любому понадобятся. Так, проводим сканирование. Где у нас здесь натрий? Так, вот он натрий. И, дорогие друзья, будьте готовы к тому, что летсплей по No Man's Sky у меня будет достаточно долгий. И не потому, что это хайповая тема сейчас, а просто потому, что это моя любимая игра. Почему я не снимал раньше? Да, просто потому что я был увлечен инженерами до поры до степени. Сейчас же видео будут на моем канале, скорее всего, выходить через день, потому что есть такое понятие, как личная жизнь, и за нею тоже надо успевать, ведь не работа же вся жизнь. Так, мне не нравится вот эта вот фигня, похожая на прыщики. Давайте мы их сканируем и узнаем, что это за прыщик. Земной прыщик, так сказать. Актинит, боже мой. Лучше название не читать в этих штучек. О, злой ананас. Так. Тут нет кого-то злого. Ладно. Так. Нам нужен еще. Так, еще натрий нужен. Сейчас мы восстановим нашу защиту от вредных факторов. Ну-ка. О. Вот заодно и добудем углерода, потому что углерод такая вещь, которая... Оружие разряжено. Ну, блин. Так. Давайте зарядим углерод, чтобы добыть углерод. Какая прелесть. Так, добываем это все. К сожалению, я не могу играть в Full HD. Все-таки требования у игры повысились. Ибо раньше было более или менее в Full HD, а сейчас нет. Так. О, так, помимо злого ананаса, у нас здесь есть странное существо. Похоже на живой прыщик. Давайте посмотрим, как оно вообще выглядит. Так. Открытие. Ну, какая милашка. Диета, кристаллы, дигидроген. Да, понятно, дигидрогеновые. Так, мне нужно будет сейчас заполнить свой вот этот вот. Зарядить. Все хорошо. Теперь все хорошо. Жить, как говорится, будем. Теперь мне нужна медь. Так, натрий там. Медь. Есть ли у нас медь? Так, что это такое? Какие-то минералы, короче, непонятно. Ладно, сейчас надо отправиться за натрием. Ближайшее место. Так. Слишком много операций, по-моему, впустую я совершаю. Ну, ничего. Что ж поделать-то? И, кстати, я не знаю, к сожалению, как менять внешний вид. Если это возможно, то напишите в комментариях, как это делается. Иначе будет... Так, металлолом. Окей, да-да, это за костюм. Угу.
А, его мы сканировали. Злая на нас. То есть, нет, медуза. Так, нам нужна медь, медь. Есть ли здесь медь? Так, вот она, медь. Так, есть ли у нас еще медь? Поврежденный механизм какой-то. А, прошу прощения за лай собаки. Так, что у нас здесь еще? Поврежденный механизм. Обломки. Сброс груза. Еще какие-то птицы летают. Ух ты. Так, сейчас посмотрим, что это такое. Раньше такого не было. Раньше я что-то птичек не видел в этой игре. Так, а что у нас тут? Где у нас там медь была? А, медь, вот она. Далековато, но что поделать. Побежим за ней. В крайнем случае корабль мы можем вызвать к себе. Так. Не ногами, так ранцем. Блин. Давайте аккуратнее. Ну что ж, бежим. Я это оставлю за кадром. Когда доберемся до меди, обязательно включусь. Итак, я доплел до нашего, так сказать, до нашей меди. Так. Выбрать изменение ландшафта П. Так. Ландшафты манипулятор, по-моему, на клавишу G. Нет, не на клавишу G. Текст. У меня что, нету ландшафтного манипулятора в мультитуле? Сейчас надо посмотреть. Так, анализирующий визор, расщепитель. Да. Похоже, вот он. Да, мне нужен углерод. Углеродные нанотрубки, чтобы сделать то, что нам нужно. И, кстати, пора бы переключиться на вид от первого лица, потому что такое не очень удобно. Так, ну-ка. Не то, нет. Угу. Жесты, фоторежим. Так, вот. Вот так-то хорошо. Так, теперь мы добудем углерод. Дай мне много углерода. Так, ну, блин. А, хотя мне проще будет убежать от него, я так думаю. Убежать и спрятаться. И тут есть огрехи в переводе, которые так и не поправили. Потому что температурная защита далеко не стабилизируется, она просто реально падает. Так, давайте-ка мы немножко восстановим температурную защиту. Так, пускай этот дрон уйдет. Мы за камешком спрятались. Все, бежим. Бежим. Так. Через пару секунд он успокоится. Так. Что это за желтые у нас тут? Нитрат натрия. Блин, мне нужно продвинутый мультитул. Так. Забираем это все. И нам надо сделать нанотрубки. Так, нанотрубки. Это технология. Вот они, углеродные нанотрубки. Блин, нам еще углерод нужен. Так, нет, это не то. Вот здесь будет достаточно углерода. Большое дерево с помидоркой сверху. Ну, или бутоном каким-то. Да блин. По-моему, его так и не этот. Не сломлю.
не переработаны. О, готово, неплохо. Так, я думаю, сейчас мы можем сделать, позволить себе. Да, позволить это мы себе позволили. Теперь осталось установить на мультитул несчастный этот. Так. Теперь надо найти медь. Так, здесь где-то должна была быть медь поблизости. Да, вот она. Вот она. Так. Меняем режим и начинаем добывать медь. Так. Так вот, надо добывать очень качественно все частички. Раньше, кстати, железо, точнее металлы так не спавнились, они немножко по-другому спавнились. Кстати говоря, были огромные глыбы. Добывай не хочу называлось. То есть на самом деле было много, а теперь вот как бы мы добыли и все, да? То есть медь заканчивается. Ой, черт. Упал. Ничего. Ничего. Так, окей. Здесь ничего не осталось. Идемте дальше. Так. Ох-ох-ох. Так. Где у нас следующие очередные залежи? Вот они там. Так, что это такое? Страж? А, понятно. Я просто не совсем привык пока к новым указателям в режиме камера. Когда раньше переходил в режим камера, он был не такой, то есть в режим сканера он был не такой информативный, кстати говоря. Сейчас другое дело. Так, ладно, пока я добираюсь, я нажму на паузу. Итак, вот вторая кучка меди. Еще и ништячки есть, кстати, большая кучка такая, знаете. Это чую, добудем меди на ура. Хотя не добудем, потому что нам надо будет еще и оружие заряжать. Притом, например, да, для добытчика руды на мультитуле нужно отдельный вид топлива. То есть, например, вот мы сейчас попробуем зарядиться, да. Вот, например. Для этого требуется ферритная пыль. И этого на самом деле мало. Например, нам надо до конца, допустим, зарядиться. Но ферритной пыли у нас, как говорится, нет. По этой самой причине. Я сейчас просто буду так. Добывать. А, я эту глыбу добыть не могу. Что это было? Дегидроген. Так, мне дегидроген не нужен. Мне нужна ферритная пыль. Так, дайте угадаю, эта тварь будет меня опять сканировать, а потом стрелять. Да иди ты нафиг. Короче. Ну вот начинается, да, блин? Так, иди отсюда. Как только начинаешь что-то добывать, это дрянь. Опа, первая ачивка. Поздравьте, друзья. Так. Блин, это все, чем он занимается. Ладно, я пойду добуду ферит в другом месте. Надо просто зарядить ландшафтный манипулятор, добыть... Короче. Еще система жизнеобеспечения, да, как бы зарядить. Ну и все остальное тоже, кстати говоря. Че, все что ли? А, нет. Опаньки. Ну, более-менее. Где у нас было медь? Где-то здесь поблизости должна была медь быть. Я тут бегаю как горелый. Можно на самом деле
далековато так уйти. Ладно, медь была здесь. Тупить не будем. Вот, на расстоянии 160. Она и в другом месте и быть не могла. Здесь еще есть... Да, вот она. Здесь еще есть агрессивные растения. Надо быть аккуратнее с ними. Сколько же здесь меди? Я думаю, мы на всю жизнь сейчас насобираем. Конечно, не на всю жизнь, но все равно. Собираем мы достаточно много. Блин, опять закончилась зарядка. Короче, я все это сделаю за кадром, потом вернусь. И у нас все будет ништяпончик. О, друзья, я не мог это пропустить. Я здесь увидел какую-то тварюгу. Вот это вот. И знаете, какое у него поведение? Он нежный. Вот подойдет к вам кто-то сзади с такой внешностью. И даже если на нем будет написано, как бы, нежный, вы как бы в это не особо поверите. Это дрянь с торчащими, скажем так, глистами, да, из него. Хороших впечатлений не этот, как бы, не дарит. Так, забираем это все. И бежим дальше за медью. И жмем паузу. Итак, мы собрали необходимое количество, значит, нужных вещей. И теперь нам надо создать компьютер базы. Но для начала надо очистить кислород. Точнее, блин, кислород говорю. Нужно очистить медь. Вот она тут, медь. Так, чем-нибудь подзарядим. И начнем производство. Мне нужен хроматический металл. Всему. Или хроматический материал. 40 штук надо создать, но я создам побольше. Максимум, сколько можно. Наверное. Вот. Хотя я могу... Да, я могу 40 штук создать, и на этом все. Но я сделаю 60. БГГ. Хотя нет, 40 штук. Потому что инвентарь у меня не резиновый. Как говорится, в таких случаях надо просто быть аккуратнее. 39, 40. Блин, на одну штуку. Ладно. Так. Жаль, я не могу. То есть я зарядил эту штуку, я не могу ее зарядить какое-то маленькое количество. Ну, раз уж зарядил, тогда уж делай все. В общем, пойду я пока погуляю. Собираю ферритную пыль. Может пригодится. Опять этот дрянь, блин. Как ненавижу этих стражей. Как только у меня будет нормальная пушка, я буду их просто уничтожать. Так. Так, забираем. Так. Так, по-моему, вот этой штукой можно забрать это, да. А то я как-то забыл. А, и углерод тоже как бы забирается. Отлично, блин, я про это все время забываю. Мне кажется, что я ставлю это устройство, оно пожирает как бы углерод и все, то есть его обратно из него не возьмешь. Но это хорошо, что это не так. Блин, что это за испарение с этих разорванных помидоров, или как это называется, тюльпан смерти, или что? Ладно. Так, дальше, что нам надо сделать? Компьютер базы позволяет занять место под строительством. Так, компьютер базы. Какой, черт побери, кошмар. На какой планете я буду строить свою базу? Есть у нас другая возможность отправиться в какое-нибудь другое место? Так, на этой планете я не хочу строить свою базу. Так, вызвать свой корабль. Пускай прилетает скорее сюда. Пора отправляться на другую планету.
Да, ну вот начинается, да? Недостаточно топлива. Что ты жрешь? Так, ты жрешь... О, как изменили. Раньше он просто углерод сжрал, а теперь взлетное топливо для звездолета. Которое нам еще надо сделать. Так, надо нажать на это и посмотреть, какой там рецепт. Дигидроген и металлическая обшивка. Ну, металлическая обшивка — это ферритная пыль. Так что... Прям вылезли и вот. И мы можем уже сразу поферритить. И плюс еще нам понадобится дигидроген. По-моему, вот он там синий. В кристалликах. На самом деле его много. Чтоб там грех жаловаться. Ну, просто они добавили лишние действия, которые на самом деле не очень-то... Не очень-то удобные. Гринд! Гринд! Пока что, к сожалению, это игра про гринд. Но пускай когда-нибудь они сделают гринд более интересным, потому что пока что на начальных этапах это скучновато. Потому что я знаю товарищей, которые по 2 часа бегают по планетам и что-то ищут, чтобы что-то построить. И как бы, ну вы понимаете, да? К чему я клоню? Так. Металлическая обшивка. Земс. Делаем вот это. Так. Нам опять феррит нужен. Сделаем 2 такие штуки, чтобы на всякий случай заполнить все это. Так. О. Опять этот гребаный страж. Доставьте в покое. Что это было? Он какое-то вредное растение. А, да, точно. Хорошо замаскировался. Так. Будем собирать феррит. Агрессивно и быстро. Отлично. Делаем еще один контейнер и валим с этой... Треклятые планеты. Так. Так. А, готово. Только почему-то... Почему-то... Все, круто. Полетели, друзья. Полетели с этой планеты. Здесь мне не понравилось. Поищем другие планеты в этой Солнечной системе. Надеюсь, они будут. И я, как только найду адекватную, да, обязательно вам об этом скажу. И покажу. Итак, друзья, я обнаружил кое-что новое, чего раньше не было. Это покинутые планеты. Раньше такого не было. То есть, это пустынная такая планета. Давайте-ка присядем здесь и посмотрим. Так. Так, интересно, разряженная атмосфера. Типа Луны, да, наверное, здесь все. Так. Но мне здесь нравится. Мне здесь нравится больше, чем на других планетах. А, хотя нам не получится тут все делать, потому что, к сожалению, да. Потому что, ну, вы видите, как тратятся ресурсы жизнеобеспечения. Ну, в таком случае тут осталась третья планета, на которую, возможно, стоит полазить, на которую... Интересно, какие здесь на этой планете минералы и все такое, такого типа. Ферритная пыль и углерод. Неплохо. Так. Здесь еще что-то растет, к тому же, вот так посмотрите. Так.
Неплохо, неплохо, но для жизни не годится, на самом деле. По этой самой причине следует отправиться на одну из планет, на которых я еще не был. Хоть здесь и есть какая-то атмосфера, но она слишком разряженная. Так. Что это за планета? Олли. Олли 7. Ну что ж, Олли, держись, мы летим. Сейчас прибудем через 40 с чем-то секунд, а пока я жму на паузу. Итак, сейчас войдем в верхние слои атмосферы. Мыша, мыша. Здесь вроде бы миленько. Ну, внешне мне эта планета очень нравится, кстати говоря. Так, ну-ка. Биом запекшийся. Флора избыточная, фауна щедрая. Мне нравится. Ребят, вы только посмотрите. Это идеальная планета, которую я искал для создания базы. Здесь нет вредных факторов. Да, здесь пустынно. Но в остальном здесь просто лафа. И кактусы человеческие, к которым мы привыкли. Я люблю кактусы. Короче, все хорошо. Все просто здорово. И кобальт есть, и медь есть. В общем. Сейчас заберу этот кактус с собой на тот свет. И начнем как бы... строительство базы. Посмотрим. Нам надо найти относительно, наверное, ровное место. Или он сам найдет его. Ну, пускай это будет здесь. Где-нибудь. Красиво. Мне нравится. Все-таки над внешним видом планеты очень хорошо поработали. Так, теперь мы поставим сюда компьютер базы. Так. Что он будет делать? Угу. Ну-ка, ну-ка, расскажи-ка. Поиск в картографическом архиве. Согласно данным единого архива, на этот участок никто не претендует. Ультразвуковое сканирование подтверждает пригодность участка для строительства. Занять участок? Да, конечно, конечно. Фига себе, у меня такая база теперь здесь есть. Крутотенечка. Здорово. Неплохо. Так. Изучите архивы базы. Используйте терминал при помощи Е. Так. Что я могу сделать? Открывается журнал предыдущего пользователя. Воспроизведение записи, бла-бла. Сейчас начнется. Помехи всякие. Здесь, на этой планете, короче, бушует ураган, а стройматериалов совсем мало. Я сохраню план убежища, пока... А пока сейчас нужно, бла-бла, и скоро вернусь. Так, короче, загружаем планы и выясним, что нам надо будет сделать. Вы получили ключевые элементы инфраструктуры. Изучено 5 предметов. Неплохо так. Углероды, короче, из кактусов все будем строить. Главное, чтобы можно было с красивым видом таким, знаете, будто бы в штате Техас нахожусь. Так, что у нас тут? Создайте убежище для защиты от внешних угроз. Постройте фундамент из деревянных напольных панелей. А да вы шутите? Деревянные основные компоненты, технологические детали. Так, украшения. Что ж, давайте сделаем пипец деревянные. Да, ребята, это круто. Я люблю деревянные постройки. Так, ну что ж, ну, начнем с, так сказать. Реально надо было ровное место. Так, ты еще что такое? Динозавра здесь? Мне еще не хватало. Нет, это не динозавр. Это какой-то... О, так ты так строишь. Отлично. Мне нравится, как здесь все строится. Ребята, это круто. Давайте сделаем клеточку 6.
меня так много углеродов, что прям щекос. Ну, давайте сделаем 9. Сделаем большой домишко себе. Так, недостаточно компонентов. Пойдемте добудем еще один кактус. Мне нравится. Мне уже нравится то, что я делаю. Потому что раньше такого не было. Видимо, из-за этого сейчас поднялся такой хайп. Но, ну что теперь поделать? Будем хайповать с остальными. Хотя, собственно говоря, я не особо и люблю это делать. Так, поле зрения. В вашем исследовании давайте сделаем 90 градусов, потому что мне не нравится суженный угол. Я понимаю, что это ударит по производительности. У меня сейчас какие-то чертовые 13 FPS, 14, 13. Но так-то выглядит получше, если я не ошибаюсь. Хотя нет, надо будет вернуть. Но не суть важна. Короче, сейчас мы достроим пол. О, блин, здесь бывают бури. Я-то думал, мы будем сладкую жизнь жить. В целом-то ничего. Так, теперь нам нужны стены. А, так. А как я могу материал цвет Т и Р повернуть? О, мне вот это нужно повернуть. Ужас, как тут пыльно. Недостаточно компонентов. Ладно, так уж и быть. Я пережду, пожалуй, эту бурю на филете своем, потому что она очень сильно жрет мне щиты и все остальное. И вернусь, как только буря уляжется. Мы сегодня просто обязаны себе построить жилище. Так. Так-то лучше. Итак, дорогие друзья, я начал добывать ресурсы и построил себе первый домишко такой вот. Ой, не сказать бы, что он красивый, конечно, но зато он меня защищает от холода, который здесь, кстати, по ночам все-таки бывает. И как бы здесь уже не холодно. Здесь уже как бы замкнутое пространство. Как вы видите, у меня исчезают показатели жизнеобеспечения. Давайте посмотрим на внешний вид. Кстати говоря, да. Давайте посмотрим на внешний вид главного персонажа. Так. Ну, хотя нет, он в таком же скафандре, как и обычно. Так что с ним изменений особо не будет. Но ничего, давайте обратно вернемся. Вернем его во свояси. Ибо так удобнее. И сделаем, кстати, сменить вторичное оружие. Что за опция? А, понятно. Гранаты, все такое. Также мы можем включать лампу и выключать, точнее, лампу. Фонарь, да. И вот, такие вот веселые у нас истории, как мы видим, такой забавный у нас, то есть, забавный у нас домик. У него даже можно так вот подняться, судя по всему, полазить по нему. Миленько так. Вот, журнал. Журнал компьютера базы данных обновлен. Вернитесь к компьютеру базы данных. Сейчас посмотрим, что он нам скажет. Так, открывается журнал предыдущего пользования, бла-бла-бла. Угу. Отлично. Так, загружаем планы. И он пишет, тот, кто сделал эти записи, определенно достиг некоторого успеха. У меня есть доступ к его планам. Возможно, я смогу чему-то научиться. Мы изучили новый строительный элемент. Что это такое? Анализатор чертежей. Переносное устройство расшифровки чертежей. Этот полевой модуль сбора данных позволяет извлекать ценную информацию из старых или поврежденных технологических модулей. Так, это уже любопытно. Так я понимаю, намагниченный феррит тут требуется. Но, дорогие друзья, это уже все в следующей серии, потому что с сегодняшней серии у меня... к сожалению, крайне мало времени. Кстати, что это за летающие четырехкрылые птицы? Любопытно. Сейчас узнаем. Так.
фауна. Хотелось бы увидеть темперамент этих птиц, потому что темперамент птиц... Так, пол неопределенный, поведение легко пугается, в принципе, как и все обычные птички. Ну, а мы с вами прощаемся, как я и говорил. Большое спасибо, дорогие друзья, тем из вас, кто сегодня реально смотрел мой, значит, сериал, который я снимаю. Все-таки мне очень приятно знать, что вы, как говорится, проявляете интерес. И если вам это действительно понравится, то есть понравилось, то ставьте лайки этому ролику, потому что все-таки в данном ролике есть особая доля романтизма, потому что прохождение истинного космического путешественника — это все-таки No Man's Sky. Строительство — это Space Engineers. Строительство и сюжет, прошу прощения. Ну, а путешествие таким образом — это, конечно же, No Man's Sky. Ну что ж, с вами был Лурд Лемур. Так, подписывайтесь, ставьте лайки. Так, сейчас мы перейдем сюда. Точнее, вот сюда. Шестый, да. Вот, помашем вам, дорогие друзья. До скорых встреч, дорогие друзья. Всем пока-пока.